¿Verdad, profe? ¿Verdad, profe? ¿Verdad, profe? А теперь эти люди что скажут, интересно? А теперь что скажут? Это было красава. Надо сразу работу. Ну, теперь настоящая работа. Так, пацаны, только камеру не за это. Разойдись. Фаридун, приветствую тебя, поздравляю, очередная победа, очередной финиш. Скажи, какие эмоции испытал, находясь на этой именно арене? Мне кажется, трибуны сошли с ума, когда ты закончил бой. Да, я на многих главных боях дрался, на много аренах дрался в главном бою, да, но если чуть на другом уровне, по-любому, я когда вот на пресс-конференции сидел, не мог собраться мышцами, вот сейчас тоже. Адреналин так поскакало, что я еле удерживал себя, успокаивал, чтобы не перегореть в бою. Я очень рад. Главное, я настраивался, подошел к бою правильно. Фаридун, много было разговоров, много аналитики перед вашим поединком. Миша Мохнаткин известен тем, что он может засушить поединок на дистанции в 5 раундов, обладает хорошим боксом, вот эта передняя рука. Насколько тебе было некомфортно с этим справляться и насколько сам был удивлен тем, что ты не просто его проборол, как все ожидали, а сначала ты его потряс, а потом уже финишировал? У меня очень много тренеров. По вольной борьбе у меня Артур Ахмедов. Там, в Таджикистане, что за двусвет, Малим Джамшед, Малим Джилл. У меня столько тренировок по вольной борьбе, что я столько готовился. По тайскому боксу, вот, Акай Наурус, Сидорин, Андрей Бупас, они все меня готовили к этому. Алексей. Я, Алексей Михайлович, конечно. Все мои тренера, все меня готовили к этому. Сидорин, да, тренер Алексей Ефремов. Ермохин, я забыл, честно говоря. Имя забыл, извиняюсь. Мои тренера к этому готовили. Я уже на протяжении сколько лет. Вот Evolve — это наш, как говорится, наш второй дом. А мы приходим, там все есть, как дома мы тренируемся. Спасибо команде Evolve, Джим. Ну, я очень рад. Я показал, я сделал то, что тренера поставили мне задачу. Были моменты, где ты чувствовал себя в максимальной опасности? Может быть, Миша где-то зацепил тебя чуть? Нет. Ну, в первом раунде я 2-3 удара пропустил, но не такие жесткие были. Но я собрался. Фаридун, еще тема, которая не может обходить тебя стороной. Есть мнение, что Фаридун к каждому раунду начинает все хуже дышать. То есть тебя не хватит при интенсивном темпе на все 5 раундов. Что можешь ответить скептикам? Пусть хейтеры говорят, а я буду показать дело. Иншаллах, дальше. Еще и подойдет 5 раундов, тоже будем драться. Тогда что скажут, я просто удивляюсь. Прекрасная победа как раз впереди. Тебя ждет финал. И есть вероятность, что ты встретишься с Адламом Ибрагимовым, который также большой мастер вольной борьбы. Это будет действительно захватывающее противостояние. Да, да. Давай, мне тоже самое интересное будет, чья вольная сильная. А ты думаешь, что Адлан точно пройдет бразильца? Ну, конечно. Мы тяжелые ребята. Вот один удар все решает. Там можно. Я думаю, он пройдет. В прошлый раз, ну, не знаю, чуть ему не хватило. Этот раз просто будет работать над ошибками. Фаридун, здесь стоит много представителей СМИ, и, естественно, несмотря на твою прекрасную победу, всех интересует один вопрос. Что за кипиш был в клетке после вашего боя? Нет, я тоже на эмоциях, я не знаю. Я ему пожал руку Мишу, и ему даю руку, он, не знаю, вот так меня толкнул, что ли, я как бросил мою руку, и я на эмоциях чуть себя не сдержал. Так все нормально. Смотри. Пожалуйста, как вы относитесь к поведению ваших болельщиков, которые проявляли явное неуважение к вашему сопернику, орали, фукали, кидали бутылками? Вот как вы относитесь к этому? Нет, я вместо своих болельщиков прошу извинения. Мы столько вот Бахридин Джалолов тоже, мы все говорим, чтобы ребята не делали так, потому что они тоже бойцы, как и мы. Хотят поддержку, хотят, чтобы были присутствовали ребята, но
Ты считаешь, что подобные инциденты, когда болельщики так себя ведут, это оставляет определенный след на бойцов? Ну, на всех ребятах, в принципе, из Таджикистана. И лига в будущем может ввести определенные санкции, что ввиду поведения болельщиков будут штрафоваться бойцы. Ну, я не знаю насчет этих вопросов. Организаторам, лигам, значит, я не знаю. Но я думаю, наши ребята, они всех бойцов любят. Возьмутся за голову. Да, не, наши ребята всех бойцов любят, бои любят. Мы любим бои, поэтому они приходят, тут болеют. Сначала до конца сидят. Ну, просто эмоции, я думаю, они тоже исправят. Фаридун, я тебя поздравляю, прекрасная победа. Спасибо. Все, пацаны, он ваш. Надо признать, что, мне кажется, они кидали бутылки не в Мишу Мохнаткина, а вот в Мамаду молодого, потому что после боя вот этот хипиш был. Я не думаю, что они в Мохнаткина кидали бы бутылки. Укали, да. Базара нет. Ну да, просто эмоции. Я думаю, они... Ну, просто фанаты не поняли, что там произошло, поэтому они, походу, так и сделали. Должен ли вопрос решиться с Магомедом? Да, он не заслуживает внимания. Да, да, у нас там ничего не было, мы сейчас увидимся. Все нормально будет, да, пожмем руку. Просто тут на эмоциях непонятки были. Фаридон, ты раньше с ним пересекался, у вас не было там связи с Магой молодым? С Магой молодым мы на чемпионате мира пересекались. Ну, тогда я проиграл, он стал, по-моему, первым. Просто мы там тоже просто здоровались, там у нас никогда не было такого кипча что-нибудь. Не знаю, так что сейчас. Ну, боевой самбо это другое, бои другое. Поздравляю. Все, теперь заслуженный отдых на несколько месяцев. Не, отдыха не будет.